Рабочее утро водителей междугородних автобусов началось со встречи с инспекторами ГИБДД. Полицейские останавливали общественный транспорт возле текстильных торговых центров и на автовокзале. Проверяли наличие ремней безопасности и техническое состояние транспортного средства. Поводом послужил не только рост числа аварий с участием автобусов, но и погодные условия. Наледь на трассах – основная причина крупных ДТП в это время года. В прошлом году у нас было достаточно серьезное ДТП. 27 февраля у нас неоплан, который привозил жителей города Москвы в Иваново, столкнулся с троллейбусом на улице Куконковых на перекрестке с проспектом Строителей. И в результате данного ДТП пострадал 21 человек. В основном это были пассажиры неоплана, которые были не пристегнуты ремнями безопасности. Водители об этой ситуации помнят, но это не мешает им идти на риск. Во многих автобусах вообще нет ремней безопасности. Пассажиры также довольно небрежно относятся к собственному здоровью. Все полагаются на стаж и опыт водителя, который зачастую тоже не считает нужным пристегнуться. Ремнем безопасности почему не были пристегнуты? Все пристегнуты. Вы сами почему не были? Я вот здесь пока вот это выглядывал. Вы не вот здесь, вы на повороте подъезжали, когда сюда вы были не пристегнуты ремнем безопасности. Если инспекторы выявляют и техническую неисправность, на водителя налагается административное взыскание. Только такой штраф на сегодняшний день можно назвать символическим – всего лишь 100 рублей. Но, по словам инспекторов, в скором времени эта сумма существенно увеличится – минимум в 5 раз. Анастасия Николаева, Сергей Коликов, РТВ Иваново.